Вот, сейчас мы на посеве спельты, сорт Алькаран. Сеется она тоже после ржи. Стараемся пораньше ее посеять, чтобы получить максимально более ранние всходы. Технология та же самая. Минимальное дискование, предпосевная культивация. С последующим работой бараной по вегетации. По культуре молотится тяжело. Соломина, как проволока такая хорошая, действительно очень тяжковато. Стараемся ее убирать напрямую. Она не склонна к полеганию большому. Если уже будет очень сильный ветер, тогда она ляжет. В остальном она стоит. Молотится она также колосками. Если посмотреть, высокорослая по сравнению. Высокорослая, с полбой, да. То есть молотится вот такими вот колосочками. Плохо сеется, тяжело сеется. Вот это же она вот так вот целиком. Да, и при обмолоте бывает такое, что по два собирается, да. То есть, и когда идет подготовка посевного материала, то есть она и тяжелая, и большая, ну и по цвету, в общем-то, одинаковая. И бывает, что в сеялку вот это проскакивает. Забиваются, механизаторы где-то даже ругаются, говорят, что ж нам привезли такое сеять. Есть определенные проблемы, но стараемся, справляемся. Сеем ее также перекрестно. Обработки по вегетации, ну, как и все, проблем не составляют. Здесь обработано два раза препаратами Биотехагро и два раза пакета Максимум без Биодукса Бионоватик. Поэтому здесь как бы вот тут двойная дозировка, мы, не знаю, ну, должны увидеть больший эффект. Да, Наталья? Конечно. Вот, ну, вы сейчас запомните. Озимая культура. Это озимая культура, и, да. Урожайность повыше, чем у полбы, да? Да, тоже порядка 30. От 35 до 47 мы ее получали. Почему у вас эта культура ценна? Почему? Во-первых, клейковина у нее выше. И для разнообразия в хлебопекарном производстве. Используя, а клейковина, ну, доходит что? 35? До 40. До 40 даже? Или даже до 42, да? Когда? Да. Ой-ой-ой. Ну, то есть высокая. То есть специально для хлебопечения, да? Вся недостаток этих пшениц и полбы спельта в том, что они очень высокая ИДК у них. И все технологи, которые сейчас у нас занимаются выпечкой хлеба, ну, как бы разучились работать с высоким ИДК, и поэтому оно плывет у них все, и они отказываются с этим работать. В советские времена, когда до всеобщей химизации, конец 70-х, да, годов, когда пошла химизация сельского хозяйства, все пшеницы были с высоким ИДК, потому что практически 70-е годы пшеницы были, ну, чуть ли не био, скажем так, да. И весь хлеб на всех хлебозаводах пекли с ИДК от 100 до 110 единиц. И все у всех получалось. Сейчас просто есть стандарт определенный, который сейчас выработался в хлебопечении. Нужна влажность 12, клейковина там 25, допустим, да, и ДК 85. Все, технологу больше и думать не надо. Все у него и так получится. Того сыпнули, того прибавили, и хлеб выскочил, который сейчас есть невозможно.